Спасибо большое. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Смотрите, завидуйте. Я кандидат в мэры Москвы. От либерал-демократов, друзья. Это первый шаг, точнее, первый шаг был сделан на конференции, потом работа с муниципальными депутатами, но сегодня регистрация кандидатом на пост мэры. Следующая остановка у нас на Тверской, в доме, в особняке градоначальника. Там буду вести встречи каждый день с нашими москвичами. Я уже говорил, что самое главное – это Москва, самое главное – это москвичи. Вы сегодня показываете, что я не кандидат-одиночка, который даже не может прийти на свою регистрацию. Сегодня вы показываете, что я человек со своей командой. Молодой, энергичный, крутой, который не размещается.